1,5 миллиона рублей за разбитую машину. Жители Екатеринбурга пытаются получить компенсацию от регионального мусорного оператора. Мужчина утверждает, что свою «Тойоту» разбил из-за дыма от пожара на полигоне отходов. Из зала суда Никита Нехорошков. Это груда металла – все, что осталось от дорогой иномарки. Ее владелец Андрей Соколов только чудом остался жив. Мужчина рассказывает, ехал на работу из Екатеринбурга, как вдруг трассу резко накрыл туман. Сбавил скорость, поставил ногу на педаль тормоза и заехал в туман. Как только заехал в туман, раз, два, три – Полтора миллиона рублей Андрей хочет отсудить у компании ТБО «Экосервис». Считает, что в аварию попал по их вине. Туман, по словам Андрея, оказался дымом от горящего мусора с полигона возле трассы. Все остальные ощущали гарь. Сколько машин пострадало в столкновении? В моем ДТП пострадало 3 машины. Авария случилась в сентябре. Из-за плохой видимости водитель «Тойоты» врезался в ВАЗ. После удара машину Андрея отбросило под прицеп идущей рядом фуры. После аварии мужчина сделал независимую экспертизу. Эксперты посчитали, что восстановлению она не подлежит. Получилась цена иска 1 миллион 5 тысяч 500 рублей. В сентябре полигон, который арендует региональный мусорный оператор, действительно горел. Неизвестные подожгли мусор, пожарные тушили его почти неделю, а Первоуральск и его окрестности затянуло плотным дымом. Это кадры с видеорегистраторов. На них запечатлено, как видимость на дороге возле полигона пропадает уже через 10 метров. Представители регоператора в суде подтвердили, пожар на полигоне действительно был, но его потушили за 12 часов до происшествия. А водитель попал в аварию не из-за дыма, а утреннего тумана. МЧС Первоуральска и областное МЧС опровергли факт наличия задымления на трассе и в частности на 317 километре отрезка трассы. То есть мы считаем, что это вполне себе официальное свидетельство. Претензии водителя руководство ТБО «Экосервис» считает необоснованными и уверены, что водитель виноват сам, не соблюдал правила дорожного движения. При плохой видимости должен был двигаться на минимальной скорости или остановить автомобиль. Да и ответственность за горящий мусор, как выяснилось, в суде не несут. Эти отходы, которые расположены на этом земельном участке, нам никоим образом не принадлежат, на балансе у нас не состоят и отношения к нам никакого не имеют. Что стало причиной аварии, туман или дым, установить пока так и не удалось. Суд решил вызвать сотрудников МЧС, а также других водителей, которые тогда тоже пострадали в аварии. Заседание запланировали на начало мая. Никита Нехорошков и Денис Крамцов. Новости. Первоуральск.